Чем ближе новый 2013 год, тем ощутимее праздничная атмосфера. Столица Чувашии начала примерять праздничный наряд. К 20 декабря в Чебоксарах на площади Республики вырастет огромная горка в виде змеи, появятся ледовые скульптуры и сказочная карета Золушки, запряженная лошадьми. На этой неделе во всех учреждениях культуры, образования и спорта начнутся детские утренники, концерты, молодежные балы, спортивные состязания. Городской праздник состоится 22 декабря. Что ждет чебоксарцев и гостей столицы в эти дни, рассказала начальник управления культуры администрации города Чебоксары Алла Салаева. Фактически Красная площадь сегодня уже готова для того, чтобы встретить наших горожан. Уже работает каток, установлена красивая елка рядом с Чувашским драматическим театром, оформлена подсветка деревьев, таким образом приглашая всех прийти на Красную площадь. До 20 числа резиденция Деда Мороза тоже будет оформлена и уже готова будет встретить главного новогоднего волшебника. И 22-го, конечно, в эту субботу, мы не будем ждать следующей недели, чтобы в субботу, именно в выходной день, у нас у всех у горожан, независимо от погодных условий, как мы говорили только что, не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда, и именно малыши как раз и не боятся холода, потому что они смело одевают свои валенки и идут кататься на лыжах, на ледянках, на катках. Так вот, там мероприятия будут проходить в течение всего дня. В 11 часов уже около монумента матери начнется конкурс катания на ледянках и на санях. Плавно это все перейдет на Красную площадь, где с 17 часов на бульваре Купца Ефремовых начнет работать сказочный бульвар, где будет и выставка валенок, и можно будет сфотографироваться с Мальвиной. В рамках арт-проекта «Сказочный бульвар» будет работать 11 абсолютно разных тематических площадок. На каждой из них гостей ждут игры, конкурсы и горячий чай. А в 18.00 в свою резиденцию прибудет главный новогодний волшебник Дед Мороз. В 19.00 праздничный день завершит молодежный проект «Горячий лед». На главном городском катке состоится мастер-класс от мастеров фигурного катания. Все желающие смогут научиться танцевать на коньках вальс и танго.